Всем привет! Привет! Вы на канале? Все интересно! Мы опять продолжаем рубрику «Заброшенная Москва». Правильно! Мы находимся в очередных квартирах, которые мы вам покажем. Смотрите, будет очень интересно. Погнали! Вот эта квартира интересная тем, что ее самостоятельно разделили на две комнаты. Мы сейчас находимся в одной. Мишка, дай фонарик. Другая без окон, но с дверьми. Да? Вот. Видите, вот она. Он, Миша, выходит. И вот. И вот Миша может зайти. И вот она вторая. Получилось две небольших комнатки. А то потом будем проситься выпустить нас некому. Да. Мы будем пускать прямой эфир. Мол. Выпустите нас, придите, выйдите. Выберите нас отсюда. Мы для вас старались. На кухне почти ничего не осталось. На кухне почти ничего не осталось. А, единственное, тут, наверное, был очень интересный гарнитур кухонный. Вот. Раз цвет, два цвет. И там дверка красная валяется. Не, вон она на полу, дверка красная. Красная, салатовая. Такая. Угу. Но нас просто привлекло, что тут разделили. Разделено квартиры. Да. Тут в прихожке ничего интересного. Ну, вот. Обыграли маленькую прихожечку, себе все равно сделали. Так, идем дальше. Так, что у нас тут? Ну, тут, считай, пустая квартира. Не совсем пустая. Ну, оставлен шкаф. Что там еще? Коробки. Какие-то... Ну, это для переезда люди готовили себе, скорее всего. Закупали переезд с коробками. Да. Полочка, да. Кстати, с кухни вроде бы. Стоит, наверное. Да. Как раз таки. Матрас. Матрас. Старый какой-то. Шкаф. Шкаф. Ну, в общем, ничего такого. И еще шкаф. Ничего такого. Ничего нас не привлекло, за этого быстро вам показываем. Что интересно, что там на кухне? А, на кухне? Да. А я уже пошла. А, на кухне можно не ходить. Ну вот отсюда вот эта вот тумба и была. Старый гарнитурчик, пошли. Да, пошли. Пойдемте в следующую. Ну интересно, когда-то жизнь кипела, да? Да. Так, заходим в следующую. Ух ты, а тут смотри-ка, потолки какие. Ух ты. А, смотри. Прикольно. Ну да, отделка. Прикольно. Ух ты. Мишка. Мишка. Ух ты. Ребята, я отхожу. Миш, подожди, ух ты, еще взять. Вот так вот. Вот ребята, это смотрите. Красота была. Смотри. Миш, подожди, мешаешься в кадре. Вот. Вот это была красота. Вот это красота была, ребята. Ой, массивный, да? Во-первых, ну, массивный, он сделан 3D-сплешки. Но красивый. Ну, красивый. Ага. Он, наверное, цирский начал. Ну, начал летать, Миш. Но красивый. Дверок остальных мы не видим. Чуть-чуть поснимали. Да. О, очередная кровать. Прям с подушками, с одеялами. Если б не зима, можно было переночевать. Какой шкафчик был. Какой шкаф был. Шикарный. Жаль. Посмотри. Да. Я же понимаю, тут зеркало второе, наверное, было. А тут дверь такая вторая была. Вторая дверь, скорее всего, была. Ох, шикарный шкаф. Ага. Ну, там я уже показала там. Очень интересно. Да. Рубежка туалетного. Идем на кухню. Шикарный шкаф. Тут идем на кухню. Оба-на. Оно все на заказ, скорее всего. Смотрите, да. Кухня на подобие сделана. Приличненькая. По крайней мере, в тот же свет. Приличненькая кухонька, да. Да. Ну, тут уже начали, конечно, работать над ней. Ну. Не без этого, да? Не без этого. На это мы уже не обращаем внимания. Но красиво сделано. Как положено.
Да. Тихо, ты не хочешь. Уже не с доводчиками. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Время поджимает. Так, ну что, в эту мы заглянем, потому что она очень красиво сделана. Люди переделали полностью ее. Вот смотрите, туалет, ванна. Так, и смотрите, вот тут вот. Вот тут вот, смотрите. Ее сделали комната-студия. Большая планировка. Да. Ну, я так думаю, что тут стены такие, что не позволяют это делать. Картон? Да. И то ли шестекла было побили. Ну. Несколько побили. Но было красиво. Особенно если для семьи, для одной, Миш. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Было очень красиво. Для одной семьи было шикарно. Вот, допустим, нам с собой было бы шикарно. Да, да. Псокартон, а чего это? Пошли дальше. Пошли дальше. Время не ждет. Так, тут все. Идем на следующую половину, да? Да. Да. Вот так мы ходим. Сколько мы стекла собрали уже. Оно тут везде, стекло. Да? Стекло везде. Да. Такой вот самоделка в шкаф. Угу. Ретро-мебель. Тут советское все. Да. Супница вот. Если бы ручка была бы, было бы шикарно, да? Супница хорошая. О, я уж такие люстры-то не помню. Мы вот посмотрим. Деревянная. На стене. Да, да. Ребята, я заходить не буду. Вы видите, что тут творится. Про чемоданы я уже говорю, что тут кто увлекается вот этим вот. Чемоданов тут много. Так, ну кухню я показывать не буду. Страшно до ужаса. Пошли дальше. Сейчас я свет включу. Включу. Я запуталась, где у меня включалка. Вот. Тут у нас прихожка. Вот такая вот. Встречает нас. Ух, какой портрет. Смотри. Красивый. Угу. Женщина красивая была. Может, и есть, не знаю. Вот такой вот шкафчик. Вот старенький. Старенький. Вот такой вот панно. Оно, кстати, раньше было очень модно. Очень модно было. Стенка старая. Тоже. Занавесочки у нас ставили. Занавесочки на окошках. Батареи еще ставили. Ненарощенные. Да. Доска гладильная валяется. Ну, тут ничего интересного. Ну, тут шкафчики стандартные, но оставлены. Из-за этого, наверное, оставлено, что старенько. Ух ты! Ты посмотри, какое тут оранжевое чудо. Мишка. Это оранжевое чудо. Крутится. Крутится, до сих пор крутится. Угу. Ездит. Он с трудом ездит. Ездит. Шкафчик. Но украшает ляпом оранжевое чудо. Вот такое вот оранжевое чудо. Пошлите дальше. Ой. А это ты? Я думала, я уже что-то снесла. Пока хожу. Так, тут закрыто. Идем дальше. Там ничего нет интересного. Нет, там ничего интересного. Идем сюда. Ух, когда-то было модно.
Когда-то была очень модная. Полочка. Угу. Да, когда-то была модная. Вот. Но они мне, конечно, нравятся. Если их посветлее обделать, ну вообще шикарные будут. Мебель, конечно, с этой не сравнится. Тоже занавесочки висела. Да, да. А, да, тоже висела, просто сняла. Что у нас на кухне? А на кухне у нас как обычно. Ничего интересного. Да, как обычно, ребятки. Так что вот так вот. Люстра он. А потолки тут тоже, он, смотри, как интересно, как-то плита, что. Это плиты. Ага, сделано. Это плиты. Да. Это побелки плиты. Ну что, пошли дальше? Пошли.